Проблема с отсутствием чистой питьевой воды в Северной Неве, похоже, отчасти решена. С декабря месяца в поселок два раза в неделю приезжает автоцистерна с чистой водой. Напомню, уже много лет в Северной Неве водопроводная вода такого качества, что ее не то что пить невозможно, в ней стирать люди стараются по минимуму. Она с неприятным запахом, маслянистая, а при нагревании еще и с непонятным осадком. В перспективе об этом говорили чиновники и депутаты. На одном из заседаний Думы в поселке построят локальные очистительные сооружения. Кстати, на этот год в бюджете города уже заложены средства на их проектирование. А пока обещали в администрации, людей без чистой воды не оставят. Все-таки возле дома, рядышком, в любое время, это, ну, мы же знаем строго, что два дня в неделю вода будет. И не ехать никуда, тем более, там не каждый день есть время, допустим, не у всех машины есть поехать в город. Да и дорога ночью бывает, то и задуло, то погода же разная. Спасибо все-таки, что нам возят чистую воду. Так что проблем сейчас с водой нету.